Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Jason Doc. В этом видеоролике я расскажу вам, как разблокировать смартфоны Xiaomi с процессором MediaTek от Mi аккаунта с помощью платной программы Unlock Tool. Для начала вам необходимо отключить проверку цифровой подписи драйверов Windows. Ссылка на инструкцию в описании к данному видео. После этого перейдите на сайт unlocktool.net, скачайте самую свежую версию Unlock Tool и драйвера. Со сторонними драйверами Unlock Tool может работать некорректно. Нам необходимо скачать драйвер libusb win32 devil filter и MediaTek плюс Qualcomm драйвер. После того, как все файлы скачались, откройте архив с названием MediaTek плюс Qualcomm Driver и запустите процесс установки. После этого откройте архив libusb и также установите эту программу. Далее запустите установленную программу. Для наглядности я запущу диспетчер устройств. Выберите пункт Install a Device Filter и нажмите кнопку Next. Далее подключите включенный смартфон к компьютеру и зажмите все три кнопки. Когда смартфон выключится, отпустите кнопку включения. Кнопки громкости продолжайте удерживать. У вас есть ровно 2 секунды, чтобы в программе выбрать MediaTek USB порт и нажать кнопку Install. Затем нажмите OK и закройте окно этой программы. После этого запустите программу Unlock Tool. Зайдите в раздел MediaTek, подпункт Generic и нажмите кнопку Permanent Bootloader Unlock. Когда в окне логирования увидите надпись Waiting for Device, также подключите смартфон к компьютеру и зажмите все три кнопки. Когда телефон выключится, отпустите кнопку включения, продолжайте удерживать обе кнопки громкости. Если все прошло успешно, в конце лога будет надпись Unlocking Bootloader OK. После этого перейдите в раздел Special и нажмите кнопку Disable MiCloud. Точно так же введите смартфон в режим прошивки, зажав все три кнопки. Когда смартфон выключится, отпустите кнопку включения. Продолжайте удерживать кнопку громкости плюс и минус. Программа автоматически удалит блокировку по Google аккаунту, удалит блокировку по Mi аккаунту и заморозит Mi сервисы, а также отключит автоматическое обновление по воздуху. Ни в коем случае не блокируйте загрузчик, иначе аппарат не загрузится. Будет надпись «The system has been destroyed». Можно сбрасывать настройки до заводских. Аппарат не заблокируется по Mi аккаунту. Друзья, прежде чем задать вопрос, пожалуйста, прочитайте описание к видео и комментарии других пользователей. Возможно, на подобный вопрос уже существует ответ. У меня нет никакого желания 100 раз отвечать на один и тот же вопрос. Всем удачных ремонтов, пока!